фонарь, можно было посадить целого ребенка с маленькой этой свечечкой, чтобы светил. Ага. Алина, влезла бы в такой фонарь? А ну, подойди ближе. Да, ребенка туда посадить, и он бы фонариком светил. Ого, сколько монеток. Да, это часть развалин, которую не восстановили. Судя по плиткам, тут была, возможно, какая-то ванная комната. Тут плитки отличаются. Может, есть. Нет, мы смотрели. Смотрели? Угу. Ну, есть английский. А, нет, так это латышский как раз. Чтобы переключиться на него. Здесь у нас какой-то один из главных залов с колоннами. Переходим в экспозицию одежды и украшений. Алина, вот такие камни хотела бы носить? Нет. Килограммчик? Нет. Если не два. Нет. Вот какие тут одежды были. У простых девочек, у знатных девочек. Угу. Какие они носили тяжелые наряды. А вот раскопки как проводили. Фотографии. Куча лестниц. Землю перекапывали, вон понаходили сколько фрагментов горшочков. Мы сейчас к нему как раз и пойдем. Давай ты вот. С высоты птичьего полета карта и фотография. Вот замок. А вот и проход в новую башню. Ага, это мы уже в башне. Вот маленькие бойницы. В них стекол раньше не было. Да, какой-то старый. Ой, смотрите, шахматы, эти, кубик. А то, что можно купить. Какие-то миниатюрные изделия. Пинцетик. Вот украшения разные, молоточки. Вот шлемы. Латы. Представляешь, с таким встретиться? Весь в латах. Низ металлический, вверх металлический. Это ходячие роботы были. Килограммов это все до 20. А вот
какая-то библиотека была. Это как раз, наверное, то, что мы видели в окошко башни. А может и нет. Это подвал башни. Вот как раз восстановили 3D лицо найденного скелета. Вот фотография скелета, как она была найдена. А вот попытались восстановить. 1577 году царский замок архитектурная царя Сия Руси Ивана Грозного. В замке находится несколько сотен жителей. Царство ближайшее к воде, в основном женщины и дети. Не желая попасть в плен жестоким захватчикам, они собираются в одном из залов дворца и после святого причастия совершают коллективное самоубийство, взрывая себя порохом. Вот это оно и было. Холодно? Наперсточек он был. Монетки серебряные, золотые. Они такие были очень тоненькие. Ну, а смотри, как восстанавливали. Ну, а череп, который носили. Мы уже устали за сегодня ходить по замку. Да. Наше сейчас последнее место – это башня в новом замке. Да. А потом пойдем отдыхать в парк. Да. Ну, еще чуть-чуть дойти. Вот туда пошли. А еще мы с Антоном пойдем к рыцарю. Мы нашли обратную дорогу. Это да, это песня. Тут у нас какая-то библиотека. Ого. Да, это библиотека такая. Это, наверное, печка была, которая обогревала. Да, вот. Ну, еще выше идем. Да, тут вон по кругу можно было пройтись. Высоко. Ох, тут есть место для отдыха. Но правда на таком солнышке не поотдыхаешь. Ну, можно чуть-чуть. Да, вот мы наверху башни нового замка. Сосиска. Сейчас чуть-чуть передохнем и пойдем вниз. Да. В Цесисе живет всего 20 тысяч человек. Ну и это не 600 тысяч, как в Риге. Ой. Нет.